My name is Willy Wonka. Так, 12 ночи, я пошла прогуляюсь. Ну, я в наушниках, слушаю песни. Хит этого дня и вообще последнего энного периода. Кому-то нужен мазь, кому-то нужен мразь. Это ждет для процедуры меня. Все, я пошла. Эти губы только пробили. Не знаю, хорошая ли эта идея прогуляться. Пойду, я уйду на юг куда-то, в захолустье. Сейчас самое время, чтобы рассказать вам свой вид, чем я и займусь часть времени, когда меня люди не будут слушать. А то это странно как-то, как будто бы на общественной исповеди. Хотя, когда ты делаешь блог, это очень сложно, конечно, пересилить себя и начать рассказывать то, что происходит в твоей голове, в твоей жизни, в твоей реальности, для большой аудитории, которая наблюдает с тобой. Что я наблюдаю, я иду, иду к своим целям, что-то постоянно мешаю. И кто-то. Все велики мы сейчас тоже забирали. Но я не люблю особо кататься велики, делать раньше не делаю. Хотела поговорить о сериале «Конь», более подробнее сделаю отдельное видео. Хочешь спокойно здесь пройтись, невозможно, потому что вообще это велосипедисты. Сегодня таксист рассказал, как он наехал на велосипедиста на пешеходном переходе, и после этого больше ничего не было. Велосипедист получил административное правонарушение. Да, типа по пешеходке нельзя поездить на велике, но этим всем занимаются. Кто ездит на чем-либо, да? Хочешь пойти в клуб, но там столько людей будет тесно к тебе находиться. Поэтому я с этим повременю. Тем более в российском клубе неадекватных мозгов, которые бухают как у себя. Не знаю, я не думаю, что за эти годы, пока меня здесь особо нету, я здесь не тусуюсь уже. Чисто мы с мужем там приезжали, тусили. Что-то изменилось. Ты играешь в эту
плане какая аудитория. Ну, смотря в каком клубе, конечно, но все равно вот эти вот странные личности. Теперь непонятно, чего от тебя хотят, но дать ничего не могут. Вот в чем прикол. Они хотят все много, отдавай. Все себя отдай. И еще тут бесплатно еще доплатить. Некоторые все чинят, вообще уже вычины. Девушки, кто меня смотрит, согласны, что по российским клубам или есть нормальные, есть щедрые бойфренды, мужчины, мужья. Как думаете, возможно ли встретить мужа, будущего мужа в клубе, где-то в таком месте или в баре? Ну еще можно, мне кажется, если он не пьет алкоголь. Вообще. Российская реальность, это у меня вот сейчас тёлочки сидят тут на лесенке, пьют пивко или ещё что-то. Вообще такое. Одно дело, когда тебе там, не знаю, 16, а другое дело, когда тебе 30 или 40, но это уже... Да, да. Короче, это страна в этом. Именно поэтому отсюда уезжают те, кто вообще таких воззрений, другого менталитета. И им другое нужно от жизни, от общества, от работы, от бизнеса, всего. Я приезжаю к своим делам. Что-то сделать, что мне нужно сделать, что я могу сделать в России. Что-то в России есть хорошее в плане бьюти-услуг, косметологических услуг, хирургии, как он любит себе, онкология, фитология, это да, стриминальность, гипология. Такое себе. Ну, опять же, ну, я говорю об этом себе, но возвращается, конечно, индивидуальность, личности, которые крутые, бесплатно, бесплатно. Я думаю, многие за это время почувствовали себя странно. Планировали. Ну, отлично, у меня такое было чувство. Цыганский корм, это, конечно же, не так, но в том плане, что я хочу другую жизнь, не могу высидеться в одном месте, и мне это не нравится вообще. Не могу находиться долго в одном доме, в одном городе, в одной стране, даже с одними и теми же людьми, партнерами, друзьями, всем. То есть я поняла, что сменяются в моей жизни все, и если не сменяются, то это меня тяготит в какой-то момент, и даже не... Нет, были в какой-то момент бессменные люди, но предательство и разочарование постигают даже самые крепкие отношения, казалось бы. И в итоге я понимаю, что нет ничего вечного, бесконечного, и происходит всякое. То есть происходит уже слив энергии, как я понимаю, в моем случае. А зачем я с этими людьми общаюсь? А они же меня предали. Я вспоминаю ситуации. Вот на этом карантине, кстати, я очень много осмыслила ситуации, которые происходили там с моими, типа, друзьями, типа, еще кем-то. Кого я считала там близкими людьми. Я все отпали абсолютно. То есть я вспомнила предательство, я вспомнила, как они меня... разочаровывают или услышал, как они разочаровывают. Ну, когда ты у человека просишь какой-то помощи и в ответ не слышишь, что, конечно, да, в любом случае я тебе помогу, чтобы какая-то ситуация не произошла, конечно, там, приезжай, буду рад, или да, я тебе помогу, чем смогу, там,
Нет, людям очень просто послать нахуй, все прочее. При этом люди должны помнить, что ты делал для них или как ты к ним относился хорошо. Старался там в какой-то момент помочь или еще что-то. Как не относился к ним, как к какому-то там, не знаю, социальному инвалиду. Потому что когда человек там определенные вещи не делает, ты все равно такой думаешь, ну ладно, он же мой друг, или он же мой там кто-то там любимый. Такое. Поэтому еще я нагружу в сумку, так что не могу идти. Тяжело. Во всех местах абсолютно, где я появляюсь, люди на меня так смотрят. Не понимаю, в чем дело. Слишком красивая особа. Некоторым вроде, конечно, можно уже бесконечно ностальгировать, куда появляешься в каком-то стране или в каком-то городе. Вспоминаешь себя, вот ты ходил здесь, вот ты делал то-то или это. Вот, ну, конечно, какие-то негативные триггеры чаще сейчас появляются, мне нужно от них избавиться. Провести ретрит, я несколько раз проводила самостоятельный ретрит для себя, и была как-то еще с группой людей, где мы вместе там проводили его, было несколько дней, почти что же неделю, наверное. Много чего на тот момент поняла, и такие вещи нужно устраивать, проводить, просто дальше сыграть. В связи с тем, что я не могу включать теперь музыку из-за музыкации. Достаточно количественное. Подумать о жизни. Сейчас с вами телефон рек, мне кажется. Москва красивая, но очень бездушно. Я очень часто в своей жизни, в принципе, чувствую одиночество, я как будто не было. В моей жизни замужем или одиноко, все равно каждый человек одинок по-своему. Особенно как-то. Ну, для меня, как для человека полного идеи, очень важно, чтобы реализовались мои идеи, и если они очень медленно реализуются, я очень грущу. Вот. И даже если я смеюсь, как вы поняли, может быть, то в моих глазах вы можете прочитать грусть. Кто очень хорошо меня знает или знал, какое-то долгое время со мной общался, он может читать мои глаза. В принципе, я всегда была задумчивой, серьезно. Вот. И всегда всем были непонятны мои стремления, потому что мне всегда мало. Я всегда куда-то иду, стремлюсь, и даже если кажется, что я лежу на диване. Нет, я не лежу на диване. Я всегда что-то разрабатываю, какой-то план, идею, концепцию. Следующие шаги, стратегии. Красиво очень. Вроде не знаю, с чем для себя вернуться, следующий это шаг. Но еще важно делать правильно, что точно. Порой сколько просчитаю, не просчитаю, все выйдет как-то иначе. Верите в судьбу или нет? Ну, котятки, пишите в комментариях. Или человек только сам все делает со своими руками? Или все-таки не начерпит? Изумизик тоже русский проект, кстати. В России, мне кажется, как и где видно.
ставишь такие-то и такие-то приоритеты, потом резко жизнь все переначивает, ломает или ставит свои новые приоритеты. Кафешки уже закрыты, что ли? У него это страшно, что выйти. Нормально. Так вообще вид красивый. Отсюда просто главное. Я так без сразу поворачивалась. Вообще, на глазах потом такие... Больше стоять на то. Здесь прохода нет, офигеть. Как мне отсюда выбраться-то из этого села?
что? Рожденным в 90-х это все невозможно. Скоро иду так. Не хочу возвращаться. Слава кстати. Сейчас награждение. Все-таки Москва красивая. Интерсет есть места. Просто это какое-то привычное что-то. Сколько время? 12. Сейчас. Уже закрыли город Красную площадь. Пока гуляла, забыла, что хотела рассказать. Верится, что жизнь так быстро проходит, и так циклично, это так странно. Господи, постоянно возвращаешься в одну и ту же точку, начинаешь с нуля, иногда с нового уровня, иногда с нижнего уровня, с пониже, повыше, по-разному. Короче, это так странно, такой график кривой, странный. Старый трек. Или вон там, в Белоковске. Так. Я прекрасно. Короче, про противоположные правила игры. Человек данные инстинкты,
и установлено в этой жизни, в этой системе предположены правила игры, что он не может достичь, как бы он пытался это достичь. Потом вложу мысли. Так странно говорить, когда сегодня не спасли. Так, и себя нужно было протирать, потому что ты ешь ванночку, пожалуйста. Не возможно. А, насчет триггеров. Ненавижу бэхи. Белые бэхи меня тошнит от них, от седанов. Фу-фу-фу, мне хочется плевать все от воспоминаний. Мерзких, тошнотворных, которые испытываю к одному человеку. Хорошо, на всю жизнь. Не слышу. Мое восприятие BMW. Ненавижу Мерси тоже так себе. Ну, нет такого неприятия. Нормально, в принципе, мы все лично. Белые бэхи, вообще белые тачки. Фу. Ненавижу. У меня тоже была белая тачка, которая там Прада, например, та же самая, тоже белая, но она красивая. Дело, конечно, в обладателях. Девушки, напишите, а есть ли у вас такие триггеры, как типа ненавидеть какие-то тачки, какой-то стиль, какие-то бренды. А еще, кстати, Volkswagen сырится у меня с дедами старыми. Нет, не относится никому из моих, конкретно моих возлюбленных, знакомых или еще кому-то. Но вообще, в принципе, идеология этого бренда, я так вижу. Еще не практически разряжается, что меня провожает взглядом. Ну что поделаешь? Как распознать, нравится ли тебе страна? Как распознать человеку, нравится страна или нет? Он смотрит в лица людей или нет? Энергерский пустой. Так, вот так вот бодро дышать до сюда. Mm-hmm.
Арбета без киевска, без посетения. Так, там мастерская. Я тоже никак не могу выбрать свою судьбу, хотя я ее много раз выбирала, и каждый раз подхожу к какому-то нулю, так сказать, к новому графику, к новому счету, на другом левеле совершенно, но с тем же самым проблемой. Нет, все-таки живет в Москве только Арбат. Посетить этот прикутус. Про этот сундрак я говорил. Кстати, пока у меня не было времени ходить снимать видео, там что-то специально краситься и записывать эти видео, я пока все сильно на карантине, кто-то не сидел, там я сидела, не сидела. Короче, столько было идей, мыслей, что сидёшь, а вот. Да. Свобода — это то, что у человека есть самое главное. Свобода — это самая главная ценность жизни человека. К сожалению, постоянно кто-то пытается отнять. Либо другие люди, либо ситуация. Отсюда нужно смотреть в камеру, а не смотреть в себя. Гад, я на Китай-городе. С этим серебряным рынком я даже много чего связан. Очень много людей. Время час такое. Когда сама так делаешь, что надо. В Москве только и разговоры про царские, и про другие китайские. Потому что сейчас на пару месте все открылось, и потом вторая главная еда нет. И все. Потому что суверенитет России будет первостепенен и подчиняться мировой юрисдикции. Поправки? Верски.
кажется, может пройти все еще. Кто, если не я, влюбился, кто другой? Москвы и Америки очень много общего, помимо всего прочего. Это действительно страна и город иммигрантов. Это противоречивых чувств у меня никогда не было. Я не хочу здесь быть, и мне нравится здесь быть. Очень странно. Я люблю больше всего патриархи. Внезапно захотела спать, устала, и все вместе. И надоели все эти, да, полупьяные люди. Сегодня же у них суббота, все такое. На одном телефоне. Улыбайся, какое время, другое. Другое время. Ой. Короче, все. Ушла я
этих выпивок. Пугающе, конечно, нагулять в центре. Сейчас поем, буду делать свои дела, там что-то поработаю, в телефоне, в лаптопе, и буду строить планы на ближайшие дни, и потом, я надеюсь, я улетаю отсюда. Вот. Короче, поговорим после. Так, что я тут купила? Роллы Филадельфия. Или Азбука вкуса. Мой любимый магазин. Короче, роллы с говядиной соусом. Вот это не too much healthy, но... Стороны это слоплю. А, без сахара. Короче. В принципе, даже без... Хотя сироп топинамбура. Но самое главное, и без сахара, и без сахарозаменителя, что очень важно. Ставлю выделенные аллергены. Наверное, глютен. И... Ну, что там, лактоза? Творог, потому что неправильно закуска. Вот эта вот котлетка из лосося. И какая-то чечевица, киноа. Попробую. Вот эта котлета. Вот так вот. И сок. Innocent. С мякотью вкусный. Вообще все продукты, которые там есть, большинство из них очень вкусные, достойные. Вот. Еще из хороших маркетов, которые есть в Москве, это Билла и Седьмой континент. Сейчас их меньше стало. Раньше, когда она куда-то жила, там Седьмой континент был. Потом Азбука Вкуса там открыли, там, где я поспала, ну, конец Старого Арбата. Вот. Короче, приступаем. И вода из источника Армении. Короче, я сегодня уже потратила $500. Хватит гулять. Это невозможно просто. Невозможно просто так перестать покупать что-либо. Сегодня я ходила... О боже, даже не могу это произнести без маски вечер. О боже. Мне кажется, я уже болею. Все ходили без маски. Если днем еще половина, ну, треть в масках, две трети без масок, то ночью... Все без масок. Все такие диссиденты. Я не знаю, напишите в комментах, вы там еще в масках ходите везде или нет. Вот. Типа в магазинах должны быть маски, но ночью в магазинах все без масок, кроме продавцов. Но... Вот. Короче, всем пофигу. Все бухают, я не пью вообще, но все, короче... Едят, бухают, и, короче, общаются друг с другом, и, естественно, без масок. Вот. Но меня пугает контингенция. Меня уже не пугает то, что масок без масок. Жизнь так хреначит своими странными событиями, что действительно думаешь, сдохну и ладно. Нет, иногда хочется действительно так жить, типа, вот, все круто, это все. Когда твои цели не клеятся, ты такой думаешь, господи, лучше я сдохну, пожалуй. Или если сдохну, то сдохну. Хотя, когда болеешь, ты думаешь, о боже, нет, надевайте себе маску, я должна носить маску. То есть, ну, у меня разные стадии были, в плане я одевала маску и всех заставляла одевать маски, и потом отрицала это сейчас. Ну, то есть уже когда послабление. Ладно, короче, буду есть.
Кстати, кино очень вкусное. А типа, думаю об одной частицах сейчас. Очередной раз.